В Махачкале открыли центр обслуживания потребителей электроэнергии. Теперь у жителей республики появилась возможность оформить документы в режиме одного окна. На присоединение к сетям, передать показания приборов учета и получить консультацию специалиста. На открытии центра побывала и моя коллега Зумруд Гамидова. Задача центра – обеспечить решение вопросов, касающихся электроснабжения абонентов республики. Обратившись в центр, любой человек сможет в режиме одного окна получить своевременную информацию по целому ряду вопросов. В центре обслуживания потребителей работает касса по приему оплаты за потребленную электроэнергию. Кроме того, оплатить счета можно и в терминалах, расположенных в холле. Я думаю, что она поможет не нам, не нашей компании, она все же поможет потребителю. Сегодня потребитель должен получать все виды услуг. Пользуясь случаем, как управляющий директор Дагестанской сетевой компании, узнал свой долг, значит, подошел к кассе, оплатил, и я спокойно знаю, что за потребленную электроэнергию я оплатил. То есть все виды услуг находятся здесь. Специалисты Дагестанской сетевой компании готовы к открытому диалогу с потребителями. В центре можно подать обращение или жалобу на качество или отключение электроэнергии, на бездоговорное, безучетное потребление энергоресурса, также его хищение. Здесь же будет производиться прием и выдача всех документов. Это позволит потребителям существенно сэкономить время. Раньше, когда потребитель решал эти вопросы, он ходил в бытовую компанию отдельно, ходил в сетевую компанию. Ну, то есть потребитель как бы, да, передвигался по городу, да, чтобы решить какой-то ему один вопрос. Сейчас, да, все этот весь комплекс вопросов решается на одном месте в режиме одного окна. Отметим, что подобные центры уже в этом году появятся и в других городах Дагестана. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.